Упаковка Huawei Watch однозначно стоит того, чтобы на ней отдельно остановиться, потому что коробка здесь не как у какого-то смартфона или там другого гаджета, а как у нормальных приличных часов. Вот такой небольшой черный ящик вы получаете за свои 300 баксов. Внутри белая кожаная подушечка, все очень опрятно, аккуратно и немножко по-богатому. Оно и понятно, в отличие от смартфона, смарт-часы штука пока не обязательная. Большинство моих знакомых только присматривается к ним, ну и надо людей чем-то мотивировать, а крутая упаковка вполне себе удачная завлекаловка. Сам аксессуар тоже скорее напомнит классические часы, чем какую-то умную штуку. В отличие от тех же Apple Watch, здесь производитель сделал все, чтобы устройство воспринималось именно как часы. Корпус довольно крупный и тонким его не назовешь, но поскольку внутри нет кучи металлических шестеренок, как в механических хронометрах, весит Huawei Watch не так много. Ну, не подумайте ничего такого, корпус здесь стальной, причем это та самая сталь, из которой делают классические часы, как утверждает производитель. Не знаю, что там с составом, но вот здесь есть такой ободок, и в моем экземпляре часов на нем уже были заметные царапины. Так что, может, материал и хороший, но обращаться с часами придется бережно, царапаются на ура. А вот на стекле царапин не было, и за неделю использования они тоже не появились, ничего удивительного. Производитель использует сапфировое стекло, как и все уважающие себя часовщики, и за это ему, конечно, спасибо. Вообще дизайн у часов аскетичный и, наверное, больше понравится мужчинам, хотя это, конечно, дело вкуса. Ремешок здесь кожаный, черный, но мне он показался каким-то простоватым. Не в плане материала, с этим все в порядке, а сугубо внешне. У Huawei есть версия с остальным ремешком, и вот она-то выглядит как-то гармоничнее, что ли. Но опять-таки это личное мое мнение, вам решать. Не в пример большинству смарт-часов, у Huawei Watch есть встроенные динамики. Находятся они под этими выступами для ремешка. Звук не очень громкий, но при необходимости, думаю, даже по телефону можно будет поговорить. Дисплей сделан по технологии AMOLED и имеет 1,4 дюйма в диагонали при разрешении 400 на 400 точек. Для часов нормальная ситуация, пиксели видны, но не фильмы же вы будете на своих часах смотреть. С читаемостью на солнце проблем не возникает. Тут надо сказать, что яркость вам придется регулировать вручную, датчика яркости и, соответственно, автоматической регулировки нету. Порадовал набор циферблатов, от вот таких современных стилизованных до классики с фазами луны, как у дорогих пафосных хронометров. Внутри установлен Android Wear и подключаются часы к устройствам на Android и к iPhone тоже, но во втором случае возможности будут урезанными. Ну а если у вас Huawei, так вообще повод присмотреться именно к этой модели. Из функций здесь полный джентльменский набор: датчик пульса, фитнес-трекер, мониторинг активности и приложение тоже может загружать. Процессор здесь Snapdragon 400 и 512 мегабайт оперативной памяти, встроенные 4 гига, которых за все про все должно хватить. Надо сказать, что железо вполне адекватное, поскольку часы работают быстро, никаких подтормаживаний в меню я ни разу не замечал. Одного полного заряда батареи хватает на полтора дня без отключения на ночь. Чтобы гаджет проработал дольше, можно отключать дисплей, что в повседневной жизни, конечно, не так удобно. Хотя в любом случае экран активируется, как только вы поднимаете запястье, и этот жест Huawei Watch распознает очень хорошо. Очень непривычное зарядное устройство. Со стороны все выглядит довольно изящно. Вот такая байда на проводе. Лично мне она напоминает эту штуку у врачей, которую они слушают ваш бронхит. Так вот, она на магните и цепляется к тыльной поверхности часов. Но в жизни все не так красиво. Во-первых, это не индукционная зарядка. Придется изловчиться, чтобы контакты попали куда нужно и пошел процесс зарядки. Потом еще надо в процессе часы не дергать, иначе контакты сдвинутся и заряжаться уже ничего не будет. Правда, там внутри магнит, и он это дело немного фиксирует. Во-вторых, эту зарядку придется таскать с собой в поездках. О том, чтобы стрельнуть у кого-то пауэрбэнк вместе с кабелем и немного подзарядить аксессуары, речи не идет. Только комплектная зарядка и точка. А если потеряете, то будет совсем грустно. Что ж, у Huawei Watch есть как плюсы, так и минусы. Из минусов вот это вот недоразумение, ну а в остальном гаджет получился очень сбалансированным, с отличным дизайном и, что самое важное, удобным. Ведь часы — это так же как смартфон, они всегда с вами, на них рассчитываешь, им доверяешь. И это тот случай, когда гаджет не подведет, не будет раздражать и вообще очень гармонично впишется в повседневную жизнь. Собственно, как и мой канал, на котором регулярно выходят обзоры новинок техники, новых игр, приложений, всего, что связано с технологиями. Главное — поставить лайк под этим видео, подписаться на канал, и тогда ничего не пропустите. Это был обзор Huawei Watch, до скорой встречи!